В августе 1895 года я сдал вступительный экзамен в Самарское духовное училище. По своим знаниям я мог бы поступить сразу в 4 класс, но на моем пути встали латинский и древнегреческий. Поэтому мне пришлось начать учиться со 2 класса. Сегодня мы читаем воспоминания Вениамина Дмитриевича Свечникова, подготовленные к изданию его внуком Владимиром Серафимовичем. Позднее наследство. Призрак. Звук пустой. Ложный слепок детства. Бедный город мой. Самара поразила меня своими масштабами. Она красиво располагалась на высоком левом берегу Волги. А с другой стороны город опоясывала другая река – Самарка. Улицы террасами спускались к Волжскому берегу. При этом одни из них шли параллельно берегу, а другие – перпендикулярно. Мой взор, как сельского жителя, поражали размеры зданий, их разнообразие, стройный порядок расположения на улицах. В центре города высился многоглавый собор, величественный, массивный, византийской архитектуры. Его основная голова была увенчана крестом, а вокруг нее располагались 4 головы меньшего размера. 33 года строилось это величавое здание, над росписью которого трудились многие известные художники. Снаружи собор был выкрашен в натуральный песочный цвет, а вот главы его были голубого цвета и украшены массивными золотыми крестами. И снаружи, и изнутри Самарский собор представлял собой чарующий образец искусства. А по углам его располагались очень уютные и памятные мне скверики. Далеко из суши, из Волги виднелись массивные кресты собора. Кроме этого, в Самаре были и другие соборы и церкви, над которыми очень много потрудилась и архитектурная мысль, и строительное искусство. С невыразимой горечью приходится сожалеть о том, что Самарский собор был разрушен чьей-то злой, нелепой волей. Не сохранились и многие другие церкви. В результате теперь город на подъездах уже не кажется таким величавым и похож на комолого быка без рогов. Окрестности Самары тоже были очень живописны. Вдали, к северо-востоку, на фоне неба красиво вырисовывались Жигулевские ворота. Недалеко от них, приблизительно в 30 верстах от Самары, возвышался Царев курган. Там же находилось и устье реки Сок. Правобережная гряда отклонялась к северо-западу, оставляя место для большого займища. Ближе к горам, как раз напротив Самары, располагалось село Рождественно. Оба берега, Самарский и Рождественский, были связаны переправой, которую выполнял пароходик Ванька, сгоревший потом в результате несчастного случая. С восточной стороны город окаймляли так называемые Малаканские сады. А дальше шла окруженная лесом дорога в село Семейкино. За рекой Самаркой находился полустанок Кряж. И только в южную сторону тянулось ровное степное плоскогорье, которое вело к станции Безымянка. Вся топография города запомнилась мне очень ясно и четко за 9 лет учения в духовном училище и в духовной семинарии. Годы учения в Самарском духовном училище вспоминаются мне с самой светлой стороны.
многие годы спустя, после отъезда из Самары, напишет в своих воспоминаниях Вениамин Дмитриевич Свечников. Правда, изучение древних языков, латинского и древнегреческого, несколько сдержало меня, но зато моя память сохранила их надолго. Училище располагалось вот в этом каменном здании на Новособорной улице, впоследствии переименованной сначала в кооперативную, а затем в молодогвардейскую. Вначале я был приходящим учеником, но впоследствии за хорошие успехи в учебе был переведен на казенный счет. Жизнь в общежитии училища была для меня сначала непривычной, и порядки, царившие там, меня очень удивляли. После уроков был обед и отдых, который состоял в играх во дворе. Играли в городки, в лапту, а еще были гигантские шаги, на которых я однажды сильно ушибся и больше уже никогда не брал их в руки. Кроме этого, возле общежития был небольшой сад, где я читал и готовился к экзаменам. Вечером часов с 6 или 7 мы готовили уроки в особом зале. Впрочем, на это у меня уходило, как правило, не очень много времени. И в оставшееся время я или читал, или помогал товарищам. Потом был вечерний молебен, после которого мы расходились по дартуарам, как назывались большие спальни. Спать в такой спальне было для меня сначала тоже очень непривычно. Я долго ворочался и не мог уснуть, но потом освоился и спал вполне спокойно. Моя память сохранила облик помощника смотрителя училища Григория Васильевича Кесарева. Он жил здесь же, в маленькой квартирке при общежитии. Когда по окончании первого полугодия перед отъездом домой нам вручали табели успехов, вручая мне мой табель перед всем классом, Кесарев сказал: «В нынешнем году Свечников всех побьет. Попомните мои слова». Помощник смотрителя был холост и стар. Перед ужином он раздавал нам сахар кусками, устраивая из этого чуть ли не развлечение. Каждого подходящего ученика он спрашивал какую-либо глагольную форму от греческого глагола «воспитываю». Ответивший верно, получал солидный кусок колотого сахара, брал кусок белого калача и шел в столовую пить чай. Не ответивший получал маленький кусочек сахара. Это была странная и нелепая забава старика, которая в достаточной мере раздражала учеников. Были у него и другие странные забавы. Например, раздавая белье новым ученикам, иногда он со всей серьезностью давал большому по росту белье малого размера и наоборот. Обменивал ли он его потом, этого я уже не помню. Начальство училища очень ревностно заботилось о нашем развитии. И однажды за ужином мы были удостоены необычного посещения, вспоминал Свечников. Смотритель и его помощник вошли в зал и ввели с собой господина в очень необычной шляпе и со шпагой. Этим господином оказался Бронислав Викторович Петрусевич, который служил в местном театре капельмейстером и был приглашен к нам, чтобы учить нас игре на скрипке. И вот как-то в один прекрасный день Бронислав Викторович отобрал у желающих научиться играть несколько человек. В их числе был я тоже. Каждому он вручил настроенную скрипку, провел предварительную беседу, и начались наши первые шаги в учении к
выданному мне инструменту я относился с большим благоговением и хранил его в своем зеленом сундучке, а на переменах часто открывал этот сундучок, осторожно вынимал скрипку и проводил по ней смычком. Неудивительно поэтому, что уроки скрипичной игры остались в моей памяти очень светлым воспоминанием. Я хорошо помню и то, как у меня родилось желание иметь свою собственную скрипку. Незадолго до этого инспектор училища порекомендовал меня в качестве репетитора в некоторые семьи. Заработанные деньги я скапливал, и вот когда у меня набралось 20 рублей, я рассказал Брониславу Викторовичу о своем желании приобрести скрипку. И вот в назначенный день я пришел в музыкальный магазин «Бем» и получил там деревянный футляр с замечательной фиолетовой обивкой. А в футляре лежала скрипка, изготовленная по старинным чертежам Страдивариуса, и великолепный смычок. Из магазина я вышел, не чуя ног. И когда шел по улице, мне так и казалось, что все смотрели на меня и думали: вот идет настоящий счастливец. На каникулы я уезжал домой и увозил с собой свою скрипку, повторяя упражнения, чтобы не разучиться играть. Тянуло меня в летние месяцы и красавица Волга, на берегах которой я проводил почти целые дни, купаясь и ловя рыбу. А однажды я стал свидетелем такого явления. По Волге плыл какой-то коричневый пенек со многими отростками корней. Но вот что было странно, пенек плыл не по течению, а поперек реки, хотя его и сносило течением. Это было интересно и непонятно. Я спрятался в тальник, а пенек подплыл к берегу и поднялся из воды. Это был красавец-лось. Это его голову с рогами я принял за пенек с корнями. Мудрая обстановка образования в училище давала нам хорошую подготовку к семинарии. Весной 1898 года состоялся наш выпуск, и я уже мысленно готовился к постижению семинарской науки, хотя семинария поначалу представлялась мне очень сложным учебным заведением, где все будет по-другому. Правду сказать, и меня, и моих товарищей немного огорчало расставание с училищем, с которым мы сроднились за эти годы. Все здесь было нам родным и знакомым, и классы, и учителя, и общежитие, и уютный скверик, где весной мы готовились к экзаменам. Отчет о нашем окончании был переслан в семинарию, и нас брали туда без вступительных испытаний. Отныне годы обучения в училище уходили в прошлое. На этом заканчивается первая глава из воспоминаний Вениамина Дмитриевича Свечникова, уроженца села Натальино Самарской губернии и выпускника Самарского духовного училища. Впереди его ожидало обучение в духовной семинарии и Санкт-Петербургской академии. Новые радости и новые огорчения. Мы еще вернемся к этим воспоминаниям, со страниц которых на нас взглянет совсем другая эпоха. Тяготит мне плечи бремя стольких лет. Смысла в этой встрече на поверку нет. С вами был Михаил Перепелкин.